Одна подача прекрасная, вторая ошибка. Здесь тоже об этом не стоит забывать. Мяч придется перебрасывать, что Мэттью Андерсон и делает. И Казаченко смягчили его. Все равно успевают два блокирующих на него. И здесь Мэттью Андерсон уже как без блока нападает в задней линии. Такую передачу Егор Клюка отдал. Да? Чуть-чуть мяч коснулся, одолевал. И Воронков на подаче. Есть прием у Локомотива. И здесь на одном блоке попадает в руки Мэттью Андерсона Марк Урбанов. Но как будто он не очень уверенно вышел своего связующего. И сам же Константин Абаев на подаче. Есть прием у «Зенита». И ответный первый темп. Здесь играет в защите Семен Кривиченко. Добегает Марк Урбанов. Просто переброс на сторону «Зенита». Еще одна доводка. И здесь почти сыграл в защите Александр Костадинов. Но на одном блоке забивает сейчас Мэттью Андерсон. Силовая и очень сильная. С трудом оставляют мяч в игре футболисты «Нефтяника». И контратака в исполнении Мэттью Андерсон. Кобзарь мы видим на позиции связующего, начиная третью партию. И дал он вот так вот удобно под руки мяч. Казисов подавал. И атака Мэттью Андерсона по линии Баса. Андерсон демонстрирует свое высочайшее мастерство. Казалось бы, блок уже закрыл стык, но тем не менее он туда попадает. Андерсон, это у него сейчас 11 очко. Да, становится 11, да, стало счет равный. Догнал Воронкова. На этот раз укорочено, и Воронков ее легко принимает. А в атаке Андерсон на одиночном практически блоке. Прекрасный удар по линию. По линии. Воронков принимает. Да. Другой бы пасующий этот мяч вряд ли смог достать. Отличная подача Маслиева. Гребенников принял. Не получилось переиграть у Воронкова белгородский блок. Под Репинкин. Там Клюка здорово в защите. Андерсон. 13-3. Андерсон. Здорово. Из четвертой зоны Мэтью атакует. Клюка принимает. И Андерсон в атаке. Атака с задней линии, в середину площадки, стык между блокирующими. Видно подчас касание сетки. Вновь Гребенников принимает, и Андерсон в атаке, обманный удар. Но мяч в игре. Вновь будет атака у «Зенита», и вновь Андерсон. На этот раз успешно. Ну вот, Евгений, мне кажется, подготовились хорошо к Андерсону, к его атакам. Климов на месте, но перебивает мяч на сторону соперника за головой. Андерсон на короткой передаче за голову с задней линии с позиции диагонального. На этот раз укорочено, его с трудом принимают, и на тройном блоке атаковать волейболистом «Нефтяника» из четвертой зоны. И Андерсон начинает и заканчивает. Так, контратака в его исполнении, атака с задней линии. И находит место для удара по линии. Третья подача подряд «Локомотива». Задержался Илья Скуркаев на позиции подающего. Ну а здесь уже в защите Илья Скуркаев не справляется с этой атакой. Связующий игрок Майка Кристенсен, диагональный Максим Михайлов. Доигровщики Дмитрий Волков и Сэм Деру, бельгийский легионер, вот он сейчас пытался атаковать. И центральные блокирующие Дмитрий Щербинин и Артем Вольвич. Прекрасное первое очко выиграно Мэттью Андерсон. Удовольствие. Странная техника подачи у пасовца. Я уже замечаю этот прыжок, но такое ощущение, что с ноги с опорной подает. Роман Пасовец, это Мэттью Андерсон. Щербаков. Клюка принимает. И Мэттью Андерсон на одиночном блоке. Клец не успевает руки. Ну, быстро летит мяч. Эскант. Сильная подача, неплохая, но Гребенников справляется. И атака Андерсона с задней линии приносит очко «Зениту». 5-4.
Воронков принимает, Андерсон в атаке и забивает. Здорово. Ну, Ковалев блестяще, спиной к Андерсону. Илья Сакуркаева, 8 передач и 6 забитых, 75, поэтому первые темпы готовы к тому, чтобы их загружали. Но единственное, что хочется сказать, что первый темп – это центральный блокир. Беру принимает с трудом. Волков быстро обвинил атакой из четвертой зоны, но доигровка. Очень технично сейчас. Да, в исполнении Андерсона, да? И плюс 3 уже у «Зенита» из Петербурга. Такой средний вроде бы удар, даже не удар, но точно клон. В каком состоянии? Ну, не в полную силу, не стал особо рисковать. Тем не менее, был шанс на защиту после атаки соперника. Не обработали мяч. Егор Клюха легко принимает его подачу и практически без блока нападает Мэттью Андерсон. Его атака с задней линии результативна. Рост 205 сантиметров. Ему 25 лет. Дьячков в двух попытках не смог выиграть мяч, а Мэттью Андерсон атакует с задней линии и выигрывает. Евгений, как же он так завернул сейчас рукой, что мяч упал там в центр площадки, а? Воронков принимает, хороший прием, и Мэттью Андерсон с задней линии выигрывает. Удар по линии, не готовы ни блокирующие к этой атаке, ни защитники. Воронков легко принял этот мяч и... Андерсон. Да, в атаке Андерсон и забивает. С места выпрыгиваешь, потом забиваешь. Это же уже третий раз так проходит у Омара Курбанова. Это, мне кажется, у него вот 5-5 забитый мяч сейчас. И из них, наверное, 4 заработаны примерно вот так. Ампло важное. Кулешов старается соответствовать роли одного из лидеров. Но тут он сражался, «Зенит». А вот здесь не удалось Ратутскому. То, что домашних игр пока не предвидится. И там очень здорово Белгород придумал. И спасибо, я так понимаю, кинотеатру, который называется «Руси». Вновь Андерсон. На этот раз хорошая подача и мяч на стороне «Зенита». И сам Андерсон в контратаке забивает. Подает Тодор Склимова. Есть доводка. Семен Дмитриев по блоку, страховка Янутова, за головой Фицов. Блестящая игра в защите Мэттью Андерсона. Первый темп на тройном блоке. Будет ли атака? Будет, но со стороны «Зенита». И через открытую линию Мэттью Андерсон завершает этот игровой эпизод в пользу своей команды. Через открытую линию в шестую зону умудряется он попасть. Многовато, может быть, линии ему блок открыл. Европейские мастера, да, мирового класса мастера. А сейчас Гребенников перевел мяч. Еще раз он... защите блестяще. А Андерсон очень хитрым обманным ударом выигрывает. Ну, там мяч. Был такой блок, ему только так можно было сейчас переиграть его. Или нет, у Жени, а сейчас еще одна подача Ильяса Куркаева, Женю Гребенникова, но идеальная доводка от него. И Мэттью Андерсон на одном блоке забивает мяч. Шли без поражения. Воронков хорошо среагировал. И Андерсон в задней линии забивает. И выводит «Зенит» вперед 6-5. Клюха на приеме. Андерсон будет атаковать. Отличная атака. 6-8. Маслиев. Не совсем удобный прием. И вновь без атаки остается Белогорье. 4-0. Тайм-аут берет Борис Колчин, и это вполне логичный результат. Мяч снова касается сетки, и легко его принимает Гребенников. Спасает мяч вновь Гребенников, а Мэттью Андерсон реализует свою попытку в атаке. Диагональ фантастическая, просто
с подкруткой мяч летит. Меняет направление, но в этом направлении Егор Клюк справляется, и Андерсон в атаке. Андерсон хорош. Футболисты «Динамо» были готовы к этой атаке и выиграли этот мяч. Андерсон в атаке. На антенну раз... не задел, нет? Нет. Рядышком прям с антенной был мяч. 14-17 плюс 3 у «Зенита». Андерсон с задней линии, вновь на одиночном блоке. На этот раз удар по линии и очередное очко американского легионера «Зенита». Воронков принимает этот мяч и в атаке Мэтью Андерсон и забивает. Стык между блокирующими в шестую зону. Хороший удар. Сложно было среагировать. И очередь подавать. Воронков принимает. И Андерсон в атаке. Забивает на одиночном блоке Бирюкова. 11-10. «Зенит» впереди. Силовая. Силовая. Гребенников с трудом принимает. И Андерсон на тройном. И забивает Андерсон. 25-22. Матч продолжается. Ох, как он укоротил, а! По диагонали. Да, практически поверх блока. Может быть, не очень сильный удар, но очень точный. И его не касаются ни блокирующие. И это сложно сыграть в защите. Соколов. Воронков принимает его подачу. Андерсон. Первый в защите. Семышев издалека. Гребенников в защите. Андерсон на одиночном. Забивает. Да, послушайте стадион. В чемпионате. И посмотрите, как играют. Да, и как играют, да, и как реагируют. В «Зенит», он тоже был в «Зените», потом уходил. И сейчас Ковалев пока выходит с первых минут. Но передача его точнее, как мы видим.